Привет! Сразу должен предупредить, что это необычная тренировка. Она подойдет скорее тем, кто уже многое повидал в этой жизни, его мало что удивляет. Поэтому перед этой тренировкой делаем обязательную разминку, потому что эти упражнения могут оказаться травмоопасными. Поэтому будь осторожен. Итак, я тебя предупредил, и теперь приступаем к самим упражнениям. В первую очередь выполняем разминку. Нам нужно хорошо размять и разогреть наши суставы и связки. Выполняй вот такого рода вращения вперед и обратную сторону. По 10 вращений в каждую сторону. Затем склади руки в замок и выполняй вот такие вращения. Выполняй в районе 20 раз. Затем разминаем локтевые суставы. Далее плечевые суставы. Теперь выполняем вот такое упражнение, будто мы пытаемся стряхнуть воду с пальцев. Теперь резко сжимаем кулаки. Упражнение номер один. Принимаем упор лежа на кулаках. Затем выполняем вот такие перекаты на локти и обратно. Выполняй в районе 12-15 повторений. Всего нужно выполнить 3 подхода. Я рекомендую выполнять это упражнение на чем-то мягком. Это может быть обычный ковер или специальный тренировочный коврик, так как на жесткой поверхности очень быстро стесаются кулаки. Отдых между подходами 1 минута. Упражнение номер два. Тот же упор лежа, но теперь выводим предплечье вперед, так чтобы полностью опираться на большой палец, и затем принимаем исходное положение. Это упражнение более травмоопасное, чем первое, поэтому выполняй его аккуратно. Также 3 подхода от 10 до 15 повторений. Здесь идет особенная нагрузка на суставы и связки. Если чувствуешь непонятную боль, тогда лучше прекрати упражнение. Также можешь помогать себе корпусом, чтобы увеличить нагрузку. Упражнение номер три. Это вот такого рода противные отжимания, которые отлично укрепляют твои предплечья. 3 подхода по 10-15 повторений. Да, это неприятно, больно, но это делает тебя крепче и сильнее.
what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Don't take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency. В первых твоих таких тренировках у тебя даже на ковре будут стесываться костяшки. Но это нормально. Следующее последнее упражнение – это стойка на пальцах. Выполняем всего один подход, но на максимум времени. То есть пока не кончатся силы. Можешь усложнить себе подход отжиманиями. Все эти упражнения отлично укрепят твои предплечья, связки и сухожилия. Для ощутимого эффекта выполняй эту тренировку 3 раза в неделю. Что касается рук, то скорее всего после первой тренировки они у тебя будут стесаны. После этих тренировок вся тонкая, нежная кожица слезет, а на ее месте вырастет толстая кожа, которую будет уже сложно повредить. Такова цена мощных предплечий. Но все же дай сначала время, чтобы раны зажили, а затем приступай к следующим тренировкам. Эти упражнения укрепят твои связки и сухожилия, что очень важно при регулярных тренировках вообще в любом виде спорта. Также приятным бонусом будет то, что эти упражнения задействуют твой пресс. Если это видео было для тебя полезным, тогда обязательно подпишись, оставляй лайк и смотри описание. Там важные вещи. Пока. Switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I can